Президент США Джо Байден принял президента Финляндии Саули Нинесте и премьер-министра Швеции Магдалину Андерсон. Как передают CNN, встреча состоялась в рамках визита лидеров Финляндии и Швеции в Вашингтон. Стороны обсудили заявки Финляндии и Швеции на вступление в НАТО, вопросы региональной и глобальной безопасности и войну в Украине. НАТО зарекомендовало себя как незаменимый союз, более важный, чем когда-либо, заявил Байден на совместной с лидерами Финляндии и Швеции пресс-конференции. Швеция и Финляндия – наши близкие партнеры по различным вопросам. Лидер США заявил, что двери в НАТО остаются открытыми. Вступление новых членов в НАТО ни для кого не представляет угрозы. Это оборонительный альянс, и он защищает своих членов. Вступление в НАТО не является принудительным. Это выбор, это демократия, и народы обеих стран поддержали этот выбор.